продюсер поделилась с поклонниками трогательной историей. Ведущая и продюсер Яна Рудковская рассказала своим фанатам, как встретила впервые Евгения Плющенко. Она написала в своем инстаграм, что 12 января исполнилось ровно 12 лет с этого момента. Больше по теме, Яна Рудковская облачилась в пышное платье, которое уже надевала в этом году. Супруга Евгения Плющенко полюбила наряд от дизайнера Александра Терехова. «Сегодня 12 лет, как на Трафальгарской площади в Лондоне мы с Женей познакомились», — написала Рудковская. Она рассказала, что Плющенко представлял на фестивале «Русская зима» заявку на проведение в Сочи Олимпийских игр в 2014. Там же выступал и Дима Билан. К посту Рудковская приложила фотографию, которая, по ее словам, была сделана через 15 минут после знакомства. Она отметила, что в то время никто не верил, что Олимпиада пройдет в Сочи, а в итоге так и получилось. Поклонники в комментариях поздравили пару с юбилеем. Кроме того, многие в очередной раз подметили, что Рудковская и Плющенко — красивая пара. «Вы здесь необыкновенно красивы, вам несказанно повезло. Ведь вы нашли свои половинки, будьте счастливы. Круто! Молодые, зеленые, амбициозные, одни на миллион, кто, обернувшись, говорит: хотел и сделал, а не думал, но жизнь», — написали в комментариях поклонники Рудковской.